Стоп. Добрый вечер, с вами интернет-канал Максимадзе, хотя может это и не вечер, и вместе со мной... Канал Чувачу-то ворочу, ребята, всем привет. Да, давненько не было видео по Dead Space. Еще мы один раз пытались записать серию, и... В итоге у меня интернет обломался и не записалось толком. Но мы там поднялись на гору и все, в принципе, врагов обстреляли, и больше ничего не произошло. Как вы видите, поменялись мы персонажи. Да, потому что Леха кое-где лоханулся жестко. Да, у меня не оружие моего. А у меня есть. Всегда выручало. А у меня есть. Ничего, ты тварь. Ну ладно, не суть. Еще Максим почитал немножко сюжет и выяснил, кто да как да почему, из-за чего этот... Из-за чего, как его зовут? Роберт Нортон. Да, хотел убить меня. То, что у него была любовь к Элли и все такое. Ну, короче говоря... она встречалась вместе с Айзеком, ну, который был Лёха, теперь это я. Во второй части, да. Ну, потом они расстались, а новым парнем стал этот Нортон. Сантос. И, в общем, он сильно ревновал Элли к Айзеку, и поэтому так себя все время вел. Ревность его довело настолько сильно, что он решил присоединиться к этому, как его там, Даник? Да. И... Но Даник его киданул и решил убить и нас, и его тоже. Ну, потом нас зажал какой-то огромный монстр, которого мы разморозили. Он нас проглотил, мы из него выбрались. Через попу. Да. Нортон обвинил во всем Айзека, и нам пришлось его грохнуть. Леха выстрелил ему в голову, а я его растоптал так сильно, что у него голова, руки, ноги отвалились. Да. Но нам в любом случае надо идти дальше. Да. И уничтожить эту луну. О, господи, как они внезапно напали, бля. Что-то я не ожидал вообще. Сдохни, тварь. Мы еще поставили легкий уровень сложности, потому что Леха лоханулся, и теперь у него оружия нет, поэтому ему... И потому что иначе мы не сможем выжить, потому что у Лехи оружие... Я что-то не понял, они из земли появляются, что ли? Ну, из снега. Как это так вообще? Вот еще один. Да, ребята, с оружием беда, да ё-моё, откуда их тут? Это у тебя беда, у меня нет. Мы поставили легкий уровень сложности, чтобы пуль больше выпадала и аптечек. Потому что Леха лоханулся, и по-другому мы просто не пройдем ее тогда. Нет, мы бы прошли, но просто мы на таком моменте застряли, где их много. На этой планете их очень много. Думаю, будут еще больше когда-нибудь потом. И ресурсов тут мало. О, потом будет намного больше. А что это за дорога такая светлая? Это сверху что-то? А, это сверху. Открытое это. А форточка еще, скажи открытая. Ну, можно и так сказать, на самом деле. Вентиляция, бля. Не нравится мне эта планета. Кому она нравится? Если бы она была бы разморожена, я бы не представляю, что тут было бы. Погнали. Ладно, выживем. Оу, какой гад. Ой, на меня камушек упал. Ой, блин, здорово. Я промахнулся. Ай. Да блин, тебя убили. Какая жалость. Это камешек, из-за камешка дебильная. Ладно. Подлечиться, что ли? У меня здоровье нормально пока. Теперь, в общем-то, как вы поняли, я играю за Айзека, а у тебя... Карвер, да? Зовут его. Да. Дай одну аптечку, если есть. А, у меня инвентарь весь забит, прикинь. Аптечки сейчас дам тебе, наверное, может быть, штуки 2-3. Так, как дать? На какую кнопку?
На Е и там снизу дать. Типа. Так, Е. Дать. Надержи. 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 Все, благодарю. Надо, мне в любом случае надо было от чего-то избавиться, у меня инвентарь весь забит. Но работает, зараза. Блин, эта тварь. Еще и оружие перезаряжаешь долго, это задерживает сильно. Фух, он сдох наконец-то. Только камушки все равно падают. Думаю, лучше где-нибудь по этой стороне идти, потому что камушки где-то посередине все время. Еще одна тварь. Ну-ка, сдохни нафиг. Оу! Да блин, почему осторожно. Камушек исключительно мне на голову падает? Вот давай где, ко мне. Где я стою, там он и падает. Почему? На мою сторону этого. Да, а как? Что-то я не понимаю, как перекинуть. На шип, а, все, понял. Вспомнил. Да. Куда мы идем? Мы не знаем. Так высоко. Прыгай давай. Прыгай, я тебе сказал. Он прямо не может прыгать. Блин, печально. По-моему, это все. Надеюсь, на меня. Я надеюсь, когда не залезу, камушек не упадет. Не упадет. А ты где? Замерзший лагерь, блин. Да, он пытался его убить. Он винил меня во всем происходящем. Настоял на том, чтобы лететь домой. Нет. И ревность его погубила. Ревность злобушку вызвала у него. Да. Надеюсь, ты это понимаешь, Элли. Женщины не такие. Нам никогда не нравился этот парень. Да, причем с самого начала он мне показался очень странным. Да, хорошо, что мы завалили его. О, боеприпасы. А еще я, кстати, ты слышишь этот звук? Тут можно робота оставить. Да? Но я его оставить не могу. А я могу. Там... Нет, нету. Так, еще я, кстати, прочитал о том, что Нортон появится еще в виде зомбака. Да. Чуть позже, наверное. И нам ого. Опять его нужно будет убить. Ну я не против второй раз этого. Хотя я не знаю насчет этого. Это я так по сюжету говорю. Я же ему оторвал башку. Ну и что? Хотя может какие-нибудь другие. Помнишь, части от других зомби встанут ему на тело, и он опять нападет на нас, при этом не понимая, нет, кто мы, конечно. Нет, но я не против его второй раз буду прикончить. Не против я. Такого урода это, еще поиска. Это дроид, катающийся по коридору. Господи, ты ч... Нифига. Ой, красная кака. Опухоль. Еще одна красная кака. Сзади. Перезаряжаешь оружие, вот вообще не вовремя. Братан. Блин! Она взорвалась прямо около меня. Мне выпала тройная аптечка. Это офигенно, у меня таких нет. И смотри, как они легко убиваются. Да, заметил. Те, которые с красной какой, да? Нет, когда на легкой сложности легко так убивают. А, ну понятно. Так, давай за мной. Я бота нашел. Ты нашел? Да, вот валяет. Если Нортон опять встретится нам на дороге, то теперь и я выстрелю ему в башку. А ты оторвешь ему конечности. А ты где? Ну, я шел туда, где, куда мне показывала игра. На улицу. Да я свернул за роботом, еще и назад отправился. Выходи на улицу. Чтоб его поместить. Тут подниматься опять надо в гору. Опять? Да. К сожалению. Эх,
Теперь я здесь буду стоять. Теперь я справа, ты слева. Ну, ладно. Сейчас. Честно говоря, друзья, меня больше всего тут в этой игре цепляет геймплей, чем сам сюжет. Хотя, наверное, разработчики на геймплее больше концентрировались, чем... Ё-моё! Воу-воу-воу! Быстрей! А куда идти-то? Быстрей! Прыгай! Он не может прыгнуть туда. Блин, и меня задавило. Я смог прыгнуть. А я не смог, я нажимаю Shift, ничего не происходит. Иди вправо лучше. Я-то успею. Ты постарайся залезть максимально высоко, а там шпрыгнуть. Я его заморожу. Ну давай. Давай, слезай. Отлично. Вот сюда, давай. Есть. Ой, вот это вот, вот здесь уже надо рассчитывать, она в одну сторону качается, я что-то не заметил этот камень вообще. Я тоже что-то его не заметил. Так, ладно, теперь ты иди направо. Походу будет сложный путь. Как же он эпично прыгает, да, сюда? Ну... Да куда ж ты прыгаешь, не в ту сторону? Да что ты, а? Быстро, ой, прыгай давай! Фух, я успел. Какое он залипание клавиш, отстань от меня. Ё-моё, что такое? Какое залипание клавиш? Давай, запускайся, зараза. Запускайся, я тебе сказал, блин. Эпично он, да, вот это? Бах. Ну. Так, ой, вот здесь надо не забыть, что здесь есть камень. Ой-ой-ой, вот оно. Быстрей. Так, я налево, быстрей. Налево прыгай. Так там некуда прыгать. Поднимайся быстрей. Блин, тут еще так, ой, автобус. Блин, я что-то... Я думал, она не коснется моей головы. А, подожди, а как эту телегу остановить качающую? Может, ее тоже заморозить можно? Ну да, ну. Наверняка. Ты там хоть успевай. Дурацкий подъем меня вообще бесит. Вкусный чай, он так удаляет жар, что я чувствую себя человеком. Давай, давай, прыгай. Поднимайся максимально высоко. Да-да-да, я пытаюсь. Вау. О, давай, быстрей. О, какие камушки. Прыгай быстрей. Давай, ну прыгай же ты, зараза. Давай. Да блин, я не смог прыгнуть, он назад прыгнул. Так я же сказал, заморозь его еще раз. Да. Блин, какая сложная игра. Тогда старайся прям за мной идти. Не это, не оставаться. Я дошел. Ты рядом? Да, сзади тебя прям. Так, давай-ка заморозим эту хрень. Подожди. Когда ближе подойдем к ней. Во-во-во, все, пора. Давай, быстрей. Быстрее. Да блин, он назад откинуло. Давай быстрее, чуть-чуть осталось. Быстрее. Давай, ну куда ж ты скачешь-то дальше? Ну, да не... Ну не направо, ну блин, ну... Ух, как я последний... Да блин, меня назад откидывает, да... Хорошо, что я прошел. Дебилизм. Ты прошел? Отлично.
Надо было, наверное, ближе к краю подойти, чтобы не открыть. Так, нам куда? Воу! Блин, дурацкое оружие, ну его вообще в жопу. Отвалит меня ты, мерзость. Вяткая. Блюющаяся еще, оказывается. А, ай! Они стреляют огненными фаерболами. Хотя фаербол это и есть, конечно, шар. Вау! Блевотины они кидаются. Мне нужен станок, срочно! Я с этим рядом нету его станка. Перезаряжай быстрее. Подожди, дебил. Посмотри на карте, где станок. А как посмотреть? Букву Б удерживай. И теперь листай стрелочки. Станок есть. Есть где-то, да? Ну туда идти надо. Залезай. Залезай, я кручу. Ветка. Какая-то хер. Тут вентиля нет. А нет, здесь нет, вот. А здесь почему его можно крутить? Можно? Всё. А, тут ручка есть. Чё за А, ты врубил уже? Станок... Чтобы нам отключить машину, нам надо найти кодекс. Я понял, знаешь что? Куда ты жмешь? Ну, подожди. Ну? Помнишь, в начале игры было два левых персонажа? Помнишь? В самом начале. Мы играли? Да, в самом-самом начале. Мы не за них играли. Нет, в которых еще там какой-то дядька застрелил. То есть мы вначале играли не за этих вот. Нет, не за этих. Ну ты помнишь, да? Ну да, да. Вот, и помнишь, мы какую-то штуку нашли. О, это, так, в этом, в корабле, а потом мы упали вниз. Да. Вот эта штука, это и есть ключ. Нам надо ее найти и отключить машину, которая заморозила планету. Ух, все понятно. Давай, врубай. Предохранитель сгорел. Надо починить. Мы же инженеры. Вот что, станок, где непонятно, где станок. Тут опять эта штука. Ой-ой-ой, помнишь ее? Помнишь, да? А, этот дурацкий проход. Вот где бы... Вот где, интересно, должно что-то открыться? Вот меня интересует. В смысле? Лифт сломался. О, получилось. Ты так быстро все сделал? Ну да. В первый раз мы вообще мучились, долго это делали. Да. А чё лифт? О, здорово! Блин, а чё он стоит-то? Чё такой медленный, что ли? Что-то мне не кажется. Надо крутить. Катсцена запустилась. А, это ж ты играешь на меня. Опа, тут Элли и Сантос. Сантос, да. Мне казалось, что там Санчес, кстати, написано было. Ой, блин. Ой. Опять эта штука. Давай. God damn it! I had her! It was gonna take us all down with it! Isaac, the cliff's falling apart! Come on, damn it, give me your hand! I promised her! I could have reached her if I just had another second!
Блин! Я думал, эта штука тоже умерла. Нет. Она большая сильно, чтобы разбиться с этой высоты. Ну да, логично. А мы хоть живы? Я читал. Кстати, читал про сюжет. Сантос не выжила после падения. Она погибла. Ну даже если бы она выжила, там бы внизу она бы замерзла. Блин, ёбшкин кот, опять. Тварь, у которой даже глаз не видно. Когда же она умрет уже, а? Это опять та самая тварь, которая нас достала. Дико, блин. Ой, а мне уворачиваться даже-то некуда. Тут и уворачиваться. Я в тупике, я не могу выйти отсюда. Беги, беги скорее нахуй. А где монстр-то? О, он спаунит чудиков. А, опять сбой соединения. Так, продолжаем. Оборвался интернет. Блин, это тварь. Стреляй только в желтые штуки. О, бля. Так, надо в ту сторону. Скорее. Да блин. У меня аптечек нет. Как, были же. Странно, у меня нет. Я не могу заряжаться, она не хочет. Нету аптечек, нету. Генератор запускай, короче. Я с этой штукой разберусь. Она на меня уже напала и убила. Ну блин. А как так-то? Не знаю я, что делать вообще. Вообще нету аптечек. Не знаю, куда они делись. У меня целая куча аптечек было. Значит, ты их использовал. Так, быстро? Отключено. Оп. Ну, ё-моё. На тебе аптечка. Возьми и используй с умом. От этой штуки убегай и включай генератор. Генератор там какой-то включай. Блин, ну почему она на меня нападает все время? На меня прям только нападает. Да блин, ну... Вот пока перезаряжает оружие, очень много времени отнимает. Воу! Вот... Да блин, ну что такое, а? Вот перезаряжает оружие именно в тот момент, когда мне нужно перезарядить оружие. Она бьет по мне больно очень. Опять перезаряжает оружие, ну... Блин. Да сдохни, красная кака, блин. Стреляй в желтый, вот сейчас обязательно надо стрелять. Вот когда надо стрелять в желтый, он все время перезаряжает оружие. Это... Аптечки у тебя есть? Все, кончились. На, быстрее. Скорее. Да блин, опять оружие перезаряжает. Бери быстрее, только не умри, я тебя прошу. Взял. Где эта штука? Да блин, хватит, но... Хватит на него нападать. Почему она только на меня нападает? Почему не на себя? Нет, на меня тоже. Да, только что-то... Блин, вот когда появляются желтые хрени в жопе, которые... Вот сейчас надо обязательно стрелять. Вот сейчас надо по ним обязательно. Опять, когда надо стрелять, оружие перезаряжает он. Такое чувство, что это... Да блин, на тебя монстр нападает. Смотри, нам сейчас надо вот сюда подвести эту штуку, быстрее. А, назад, беги, назад. Да блин. Блин, откуда монстров так много, а? Получилось. Нам сейчас надо порвать ее. А она не хочет, кстати, замораживаться. Либо у меня синтез, этот, как его там закончился? Блин, она сломалась.
Блин. 5 на меня. На меня 5 нападает. Вот почему-то... И, кстати, помоги, она замораживает. Помоги, быстрее мне, помоги, помоги. Я бегу, 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 бегу. Да блин, вы умирать-то будете или нет? А плечики опять кончились. И у меня здоровья почти уже нет. А, у меня патроны закончились, меня убьют сейчас. Это конец, мой друг. Нет, нет, пожалуйста, не умирай. Я стараюсь уворачиваться, но у меня нет ни аптечек, ни патронов. Еще чуть-чуть осталось, Максим. Давай, да, постарайся добить его. И меня постарайся. Да я стараюсь. Давай, и... давай, 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 давай. Оу, я умер. Мы только что победили. А, да блин. Я надеюсь, нам не... Твою мать. Короче, стой, стой, остановись. Нет, мы опять сейчас заново сражаться с ним будем. Во-первых, на тебе аптечек. Целую кучу аптечек не надо. Так. На тебе окей. Патрон. Я тебе все мои аптечки отдал. Окей. Смотри, стой. А тебе аптечки не нужны? Я стараюсь без аптечек. Остановись, говорю. На что еще? Слушай, максимально пытайся меня защищать. Я буду делать все. Нам надо его подвести к тем штукам, чтобы они его захватили, и потом я подойду к другой штуке, я тебе скажу, защищай. Я должен буду раскрутить и разорвать его напополам. Отлично. Мы влипли. Постараюсь без аптечек. Но лучше сильно рисковать. А то мы его даже никогда не убьем. Ай, на меня прям именно исключительно нападает. Блин, она одним ударом мне снесла практически все хп. Да блин, она оживает монстров, которые она спаунит. Все, беги ко мне. Я стараюсь, тут меня монстры окружили. На эти синие штуки замани. Да блин. Эй, подходи. Да, иди, ближе. Тварь. Я должен сейчас буду туда отбежать. Во-во-во! Да блин, она не хочет замораживаться. Все, прикрывай меня! Стараюсь, стараюсь, бегу. Блин, тут монстры на меня тоже наседают. Да блин, я в них когда стреляю, они... Защищай меня! Я стараюсь, они не хотят умирать. Да блин, вы что, оживайте-то? Да блин! Они оживают. Давай! Нет. Есть! Есть! Отлично! О-о-о. Но сейчас она все еще жива, походу. Нет, сейчас умрет. Эту штуку было сейчас так тяжело крутить. Да, не сомневаюсь. Только да эти сдохните, твари не хотят твари, умирать. Поганые твари, твари, твари. Здесь от меня. Слушай, если ты бы один игру проходил, вот это тебе было бы сложно. Да. А может и невозможно. А если бы на среднем уровне сложности бы играли, что бы было бы? Вот эту штуку было сейчас так тяжело крутить. Да, не сомневаюсь. Я чуть клавиатуру не сломал. Так, куда же дальше-то? Назад? А, подниматься опять по горе? Подожди, с нее что-то выпало с этой штуки? Да, что с нее может выпасть? О, выпало. Металлолом. Давай, подходи. Иду. Как можно скорее. Как можно скорее. Но мы справились. Да-да-да, справились. Давай, я без аптечек. Сюда. Ну, и тогда, и сейчас. Аптечки у меня еще есть. Давай быстрее сюда иди. Блин, сколько можно подниматься? Сейчас по любасу камни опять будут падать. Я прям это же хочу. Мне не нравится вот этот камешек. Я думаю, он сейчас падать начнет. От землетрясения.
Что это за ветер такой? О! Ах, вы твари, ждали нас, пока мы эту тварь убьем. Неужто нашлась другая дорога? Эй, у нас нет времени на ваши эти. Сначала надо выжить, выбраться из этого дерьма. Ого, что за база, лаборатория? Ой, блин. Да, вот как всегда, мы всех убиваем, мы всем помогаем, мы всех защищаем, а они тут отдыхают. Ну ладно, ребята, на этом эта серия подходит к концу. Собственно говоря, с вас лайкосы и подписосы. А с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на канал. Чё хочу, то врачу. На канал Максимадзе, также на мой второй канал. Ну и всем пока-пока.